Друзья, привет! Вы на канале Зооком Клуб, я Евгений Рыбалтовский, и у нас наконец настал момент разборки. Вот этот вот большой блок из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 из 9 клеток, он абсолютно уже не нужен. И мы будем с вами сейчас освобождать место, это большущая работа будет. Ну, ломать не строить, сделаем. Освобождать место для тех зверей, которые живут у нас на вольном поселении. Да, вы все знаете, это Мася, это Элечка, это Букаша и жаба. Жабу я сейчас закрыл, Элечка тоже закрыта и Мася вместе с ней. Чтобы никто у меня под руками не бегал. Ну, я думаю, через какое-то время мы их откроем и будем вместе все это дело разбирать. Вот. Начинаем. Что делать? Будем смотреть, как, с чего лучше начинать. Как обычно, глаза боятся, руки делают, все нормально. Все постепенно. Лягушки. Уйди с камеры. Ох, ох ты какая. Ну, ой, Букашенька, без помощников невозможно. Ну вот уже полуфабрикат, да? Выглядит страшно, конечно, ужас. Ужас, как страшно. Ох, прилипшие шурупы выкручивать, они на краске все. Это, конечно, еще то развлечение. Будем резать, как обычно. Прекрасно. Очень хорошо. Очень хорошо. Все будем резать. Резать, не дожидаясь перитонита. Да, Буканя? Хулиганит. Жуть. Ну ладно. Особо не мешает. Вот у тебя все нужно посмотреть, все проверить, как я делаю. Ты без этого ну никак не можешь. Это я понимаю, да. Ну, хоть отвертку из рук не рвет. Обычно ей очень нравится еще. Так, Букаш, ну не щиплись. Щиплется, царапается, прям буратино какой-то. Буканя, ну не залезть под комбез. Все это, мы рвемся под комбез. Давай, Букаш. Давай. Что там? Что там такое? Вот прямо помощнички, да? Аккуратней только. Аккуратней. Что? Что случилось? Да, все хорошее. Нет, не подачки. Подачки-то не надо. Зачем же подачки? Все. Бесконечные целовашки со всеми. Отверточку отпусти мне. Не трогай отверточку. Все, отдай шуруп.
Букаша! Дурдом, да? Это я еще двоих запер. Ну, вот так вот. Так работаю. Интересно. Немножко жарко. У нас очень жарко сейчас. Я выставил котел. Сейчас у нас в помещении градусов 27, наверное. Сейчас уменьшать буду. Вроде бы мороз 18 сегодня. Но я так перестраховался. Добавил котел. И вот жарище страшное. Сейчас все. Все уберем. Букань, зачем тебе отвертка? Отвертка-то тебе зачем? Все. Ох. Отлично. Отлично просто. Всегда страшно ломать что-то глобальное, потому что думаешь, господи, столько мусора. Фу. Все аж дымом заволокло, так я тут металл режу. Вот так уже становится... На что-то похоже. Это же кошмар, да? Вот. Вот. Чтобы сделать лучше, сначала надо делать очень сильно хуже. Ну, вот так вот. Это все выносить эти бесконечные куски железа, сетки, обломки, обрезки. Ой, да, это самая страшная уборка. Ну, ладно, ничего, как-нибудь. Зато, наверное, будет хорошо. Я, по крайней мере, искренне на это надеюсь. Да, Маська вообще в полном ужасе. Вот среди этого всего. Ох, да, что... Братья-акробатья, опять на меня прыгать, да? Ну, я знаю, что мимо не пройдем. Залезай, молодец, залезай и ты. Вот так вот, да? Стеночки прозрачные, там все хорошо, все отлично, да, Элечка? Элечка, девочка моя, что моя красавица? Фух, ужасы, все это теперь выносить. Вот самое ужасное – это уборка. Разборка, все глаза засыпаны мусором, черт и чем. А вот убирать это все еще. Ой, ладно, будем убирать. Да, Мась? Сейчас займемся этим. Поехали. Вот, все вычистил, все убрал. Остались листы железа только, которые еще надо будет использовать кое-где. На пол в других местах досочки для полочек и ай-яй-яй-яй и букаша, которая у меня очки снимает. Вот выглядит это теперь вот так. Теперь главное, ну, стенки, потолок, все это отмоется от пыли, а теперь главное будет
покрасить это в хороший цвет, который с одной стороны будет достаточно светлым, а с другой стороны будет хорош для съемки. И если у вас есть добрые советы, то, собственно, никто против не будет. Ребята, можете советовать цвета, если вы понимаете, как это лучше сделать. Я внимательно прислушаюсь к ним. Поставлены стеклянные двери из прозрачного монолитного поликарбоната. Теперь все видно вдаль. И они закрываются, когда я не хочу, чтобы обезьяны бегали за мной по первому этажу, но имели большое пространство для гуляния. Бедная букаша. То я могу закрыть дверь. И они бродят сами. Букашечка, я бросил тебя, да? Да, да, да. Вот так я тебя покинул. Прости. Красота. Ну, мне гораздо больше нравится. Уже хорошо, да? Согласны, что так приятнее? Вот остается еще то помещение теперь отделывать. Единственный минус, конечно, прозрачных дверей, это то, что вот эти гады, прыгая сверху, писают на них. И часто придется их отмывать. Ну, ладно. Невелика проблема. Точно? Вы знаете, мы с вами сейчас присутствуем почти что при легенде. Букашечка! Букашечка! Ой! Ой, какая она ужасно щекотная. В средние века вы помните про легендарного Василиска, чудовище, которое взглядом превращало в камень все живое. Так вот, Василиск вылуплялся по преданиям из яйца, которое снес петух и высидела жаба. Ну, в данном случае жаба у нас яйцо и снесла, и пытается высидеть.